Всем привет. Если кто-то столкнется с таким вопросом, решил записать видео, то есть в предыдущем видео я говорил о том, что сломал лодыжку на правой ноге. И вот, скажем так, пока на костылях хожу. А если кому-то такое понадобится, вашим знакомым, то есть эта информация вот показывает, как можно ездить за рулем. В принципе, сегодня уже третий-четвертый день выезда в город будет. Обычная посадка. И покажу, как просто ноги у меня переключаются. Вот правая нога в ортезе. Я ее подогнул, сиденье чуть побольше отодвинул. Левая нога в рабочем положении. Одел удобную обувь, кроссовки. Первое впечатление, то есть лучше потренироваться, так же, как это вы делали. Кто-то в школе учился. Кто где, кто в автошколе, кто с родителями, кто на машине друга. Все остальное по ощущениям то же самое. Посадка, и через буквально 2-3 дня вы, я думаю, привыкнете. Я читал отзывы, и женщины, и девушки в интернете писали то, что привыкали, начинали ездить тоже аккуратно, не спеша. Ну, это, в принципе, вопрос безопасности всегда за рулем. Пришлось вот даже гарнитуру свою вспомнить, чтобы лишний раз на телефон не отвлекаться. Все равно, то есть весь фокус на ноге, она пока привыкает, не такая резкая, как правая была за рулем. По телефону разговаривать, чтобы не отвлекаться лишний раз на телефон, смотреть на дорогу. Всем хорошего дня, настроения. Искренне надеюсь, что эта информация вам никогда не пригодится. Но если произойдет случай с кем-то из ваших знакомых, ничего страшного, за руль, на автомате, как минимум, то есть на механике, это уже потом. Вот в этом ортезе человек, который мне его дал, он ездил вообще на газели. То есть уже через буквально это где-то 2-3 недели, когда нога кости начнут сращиваться, он начал кататься с этим ортезом. Ну, вот у него такой опыт. Так что не сидим дома. Живем, двигаемся, продолжаем наслаждаться жизнью.